Treasure Studio. Эпизод первый. Расскажи о себе. Что тут? Что это за место? Где мы? Что здесь? Это дебютная сцена. Осторожнее, потише, тут снимается клип. Так внезапно? Кто это? Что происходит? Здравствуйте и добро пожаловать. Здравствуйте. Treasure, вам предстоит пройти несколько миссий. Ого, миссии? Давайте же начнем. Это квест? Миссия? Ура! Давайте сюда миссии, мы сразу все решим. Мы начинаем совместный проект Slime Friends. Какой же? Как вам здесь, в студии Slime Friends? Я... Поднимите руку, если хотите сказать. Лучше, как всегда. Лишь вчера готовился. Я очень горжусь, что у нас появилась возможность сделать совместный проект вместе с Slime Friends. Юши и правда готовился. Наша первая миссия уже у нас в руках. Перед нами доски, где нужно распределять очки и навыки. Сначала нужно выбрать 5 навыков, а потом написать свои очки под каждым. Сумма очков не может быть больше 20. Джинхун, что ты напишешь? Я написал «Убийственная улыбка». Итак, время вышло. Все закончили? Да, мы закончили. Давайте начнем с Чуну. Да? Здравствуйте. Для начала я хорош в поддержке других. А еще я хитрый. Поэтому легко избегаю проблем и конфликтов. Это моя фишка. Это не так плохо, это хорошая способность. Хорошо, но у меня есть довольно серьезная слабость. Я медленно соображаю. Понятно. Внимание! Не создавай такую строгую атмосферу. Слишком напряженно. Всем привет, я Даюн. Номер 4, нет, 3, 4 очка. Никто не идеален, но можно быть в разной степени уникальным, милым, креативным, счастливым и увлеченным. Даюн из очаровательных людей. Да, вот мои особые навыки. Вот так вот. Для начала я фанбой, уверен, многие уже знают. Я вырос на разных фильмах и мультиках, поэтому знаю множество различных героев. Да, так и есть. Поэтому у меня есть твердое мнение касательно каждого. В-четвертых, я стильный. Почему это так важно? Да, мы будем рисовать героев, нам понадобятся навыки в дизайне. Я кастомизирую свою одежду, так что думаю, это будет бонусом для меня. Точно. Вот и все обо мне. Моя очередь. Всем видно? Да. Первая смертельная улыбка. Всегда нужно улыбаться, чтобы заряжать мемберов позитивом. Дальше поддержка от чистого сердца. Согласен. Вы действительно потрясающе справляетесь, когда много тренируетесь. Это воодушевляет. Точно. Я действительно воодушевляю, подбадривая вас, а не просто наблюдая за вами. Спасибо. Это наш Пак Джихун. Здравствуйте. Меня зовут Харуто. Если честно, первым я указал свой рост. Точно. Поэтому я самый высокий в Treasure. Самый? Самый-самый высокий. А вот здесь вы можете увидеть, я не очень хорошо рисую. Руки не из того места растут. Посмотрите на линии. Просто посмотрите на эти линии. Не очень рисую, да, но хотел бы научиться у вас. Отлично. Всем привет, я Ким Джун Кю. Привет. Мне очень нравится спать, у меня это хорошо получается. А еще мое воображение. Вы все знаете, какой я творческий. Так точно. Не очень уверен, даже не знаю. Ты потрясный. А еще здесь удача и неудачливость. Вместе? Да. Они сосуществуют. Женьки думают, что все получится, но не получается. И если думают, что не получится, то наоборот. Все случается наоборот. Думаешь, сегодня будет несчастливый день? Нет, лучше тогда не говорить вообще. Спасибо всем. Всем привет! Привет! Я поставил себе 4 очка за выносливость и чувство стиля. Да, Машиху милаш. Чувство стиля также включает в себя хорошее воображение. Да, Машиха творческий. Дальше Эгью. А не надо Эгью поставить 9 баллов? Покажи нам твое. Нет, нет.
Оно само должно прийти по ходу разговора, чтобы было естественно. Поэтому 2 очка. Спасибо. Отлично вышло. Продолжение следует.